И всем привет, ребят, с вами Стар Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик будет связан с недавними обновлениями, с вулканом, и у меня уже есть что сказать, есть о чем понегативить, поконструктивить и внести, ну, такую информацию, которая у меня появилась, и исключительно из моего личного опыта. На фоне мы сегодня покатаем, я думаю, что где-то в районе пары каточек можно будет дать. Давайте, наверное, ЦП лучше запикаю. Сегодня я хочу поговорить о вулкане, о том самом обновлении, которое у нас вышло. И сегодня не будет никакого обзора. Сегодня мне хотелось бы поговорить немножко о других вещах, которые внесли коррективы именно в игру после данного обновления. Что вообще произошло? Уже прошла где-то около недели времени. И есть уже плохие новости. Определенные. Я сначала, когда начал с ними сталкиваться, не понимал вообще, что происходит, не понимал, с чем это все связано, как это работает и почему вообще так происходит. У меня буквально после, наверное, 2-3 дня данного обновления резко начало падать FPS в матчмейкинговых боях. Я начал задаваться себе вопросом, в чем беда, почему так стало вдруг резко. Я сразу понял, что это, скорее всего, из-за того, что вышло у нас обновление. Но никак не мог найти причину, я не обращал внимания на противника, не заострял внимание вообще на данных моментах и не думал вообще, что это связано именно исключительно с игрой, и то, что это зависит именно от игры. Мне изначально казалось то, что это проблема в моем ПК, это то, что, может быть, мне надо почистить компьютер, может быть, что-то где-то скорость проседает. Сначала у меня такая была ситуация на стриме, когда я начал катать какую-то матчмейкинговую определенную катку, у меня резко начало падать FPS, но при этом раскладе у меня было параллельно открыто там 3 трансляции, я их закрыл, но лаги, короче, остались. Я подумал, что может быть какой-то баг, может лаг, еще какая-то ерунда произошла, и дальше уже не стал на этом всем деле заострять внимание. На следующий день, зайдя в игру, записав видеоролик для вас, я даже также задал вопрос уже в видеоролике, то что у меня появились лаги, есть ли у вас что-то подобное, и с чем это вообще может быть связано. Я искал причины, я пытался понять, в чем дело, потому что мне реально не нравится, когда у меня начинает при хорошем компьютере начинает просто падать FPS в той игре, где, ну, по сути, нагрузка должна быть просто минимальная. Ну, сейчас у меня крит, конечно. Давайте я быстро обновлюсь. На чем я остановился? Остановился я на том, что FPS начал проседать. И, конечно, когда случаются такие ситуации, ты хочешь решить их. Ты понимаешь, что ты играешь в танки. То есть это игра, где FPS, потребление и вообще вся эта игра устроена так, что у тебя не будет хавать много. То есть у тебя не должно лагать на даже среднем компьютере. И когда у меня с моим ПК, когда я стримлю, когда я записываю видосы, и у меня все хорошо, и вдруг резко начинает падать FPS, я чувствую это, я вижу, что не все так комфортно, как мне хотелось бы, я пытаюсь найти все это дело. Ну и если уже подводить немножечко ближе эту черту и понять, что все это дело связано исключительно с данным обновлением, а обновления у нас произошли исключительно с одной пушкой, я начал сводить катки, где видел вулканов, да, и, к слову, это работает не на каждой карте. То есть мне казалось, что вот если, например, в каждой катке у вас будет там вулканы, которые будут настреливать там на каких-то определенных, может быть, настройках устройств, у вас будет вдруг падать FPS. Я думал, что это работает так. Но нет, это не везде и не всегда работает. Есть определенный мапул карт, на которых у вас прям резко будет видна просадка. Как вы видите, например, в данном бою имеется порядка где-то 4-5 вулканов, и с FPS-ом все хорошо. Здесь ничего не лагает, здесь все комфортно, и, казалось бы, уже при таком наличии вулканов в каком-нибудь там Молотове, может быть, промзоне, уже у вас бы случались лаги. Но здесь, ну вот, была небольшая просадка, но вроде как она минимальная. То есть, если бы видели, какие у меня бывают просадки, когда я там поворачиваю башню на каком-нибудь там Молотове на пару-тройку вулканов, это просто ужас. То есть у вас там в секунду падает дико жестко FPS. Хотя и тут тоже просаживается. Хотя там только один вулкан накидывает, получается один в спине. Может, даже и здесь это работает. Но
Повторюсь, работает это не везде и не на каждой карте. Короче говоря, друзья, если вы еще до сих пор не поняли, все это дело, конечно же, связано с этим нагибаторским вулканом и с тем, что он абсолютно не оптимизирован. Я изначально не мог в это поверить, но, как оказалось, по сути, такое простое обновление, и оно уже забраковано, по сути. Я не знаю, может быть, это реально просто взять и пофиксить, и стоит этот видеоролик передать куда-то дальше, дабы все это дело проверили, увидели, потому что уже даже тут, если сейчас начнет зажимать пару-тройку вулканов, как вы видите, я поворачиваю, например, башню на вулкана, и там уже начинается просадка. То есть, если я буду смотреть куда-нибудь в стену, у меня будет все хорошо, у меня будет все великолепно, хотя даже там какой-то вулкан накидывая, тоже там 58-59 колеблется, хотя у меня должна быть 60-ка просто железно стабильно. И у меня вставал вопрос, друзья, а что будет, если я, например, зайду в матчмейкинговую катку, увижу против 5 вулканов, и, например, у меня еще в команде будет там пару-тройку вулканов играть? Вы знаете, что произойдет? Мне кажется, что будет просто происходить тупые крит-ошибки. Одна за другой у вас будет критовать, либо будет дико просто проседать FPS. При том, что у меня настройки игры, хоть и стоят там минимально, ну, не минимальные, не максимальные, то есть где-то как-то средненько, да? При таком компе, который может тянуть там некоторые игры на ультрах, а это танки онлайн, у меня здесь падает FPS. То есть я никогда не смогу сказать, что это нормально. Это бред, полнейший бред, потому что здесь, по сути, ну не должно быть такой нагрузки, вообще никак. И когда после выхода неоптимизированного в очередной раз обновления происходит такая ситуация, я уже не говорю о тех картах, да, о том же Молотове, где у вас вообще может быть без всего этого лаги, то есть, да, о тех куполах, которые сначала тоже выходили. Помните овердрайвы, которые вышли, и когда они были неоптимизированы, что происходило с игрой? И у меня в очередной раз встает вопрос, а почему нельзя все это дело проверить? Ведь вы сталкивались с такой же проблемой, например, с титанами, да? У вас были проблемы, вы это видели, вы это фиксили. Почему здесь, перед выкатыванием обновления, нельзя было проверить, потестить, убедиться в том, что да, тоже лагает, и надо это исправить? Почему сейчас большое количество игроков, и не я один, как оказывается, страдает в матчмейкинговых боях, лагает, падает FPS? И это некомфортная игра. Я никогда не скажу, что вы, при том, что у меня все должно быть отлично, и я должен вносить максимум импакта, и когда у меня начинает падать FPS, я никогда не скажу, что это хорошо. Ты не можешь сделать свой максимум, и в каких-то моментах ты просто проседаешь, у тебя теряется картинка, начинает плыть, может даже где-то ловится слайд-шоу минимальный. Это провал. Это просто провал. И такое надо в первую очередь фиксить. У вас в игре онлайн там не 200-300к, я понимаю, да, можно на это забить. Но такие вещи при таких обновлениях надо делать грамотно, надо делать правильно. Вы делаете не такое большое количество обновлений, но чтобы потом выходило что-то подобное. И я, играя в свою игру, должен был лагать, должен был страдать. Не от какого-то там противника, а от того, что я взял вулкан, увидел пару-тройку против вулканов и чувствую себя максимально некомфортно. Я надеюсь, что вы меня поддержите, вы согласитесь с моей точкой зрения. И напишите вообще в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Потому что у меня реально начинает сгорать, вы видите, да? То есть я пытаюсь себя сдерживать, я пытаюсь сейчас не орать, не гореть прям по-дикому, но у меня начинает подгорать. Потому что это определенная проблема и определенный в очередной раз, как по мне, провал. Просто провал. То есть ты выкатываешь обновление и в итоге просто лажаешь с этим обновлением. Это просто бред. Просто бред. Поэтому жду вашего мнения в комментариях по данным видеороликам. Согласны ли вы со мной? И я думаю, что стоит этот данный видеоролик распространить по максимуму, возможно, он дойдет до нужных людей, и все это дело, конечно же, начнет фикситься, потому что, ну, не может быть такое. Но это же бред. То есть я отлично понимаю, что вулкан апнут. Отлично понимаю, что в катках много, и когда сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня реально начинает сгорать жопа. Я не могу
комфортно играть, а значит, нужно что-то с этим делать и делать так, чтобы это все не лагало. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вы его досмотрели до данного момента, поддержите его, пожалуйста, лайком, подписочкой на канал. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.